Тяги, 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 тяги. Тагир чемпион сегодня кричал едва ли не весь Хасавюрт, родной город отца и матери золотого медалиста Лондонской Олимпиады. Но прежде десятки его друзей и близких напряженно следили за схваткой с монгольским борцом в спортивных барах и офисах. В доме дяди Сайпулы перед телевизором собралось человек 30 и совсем еще маленькие и старики. Когда в этой схватке Тагир бросил соперника через спину, а судья объявил иппон, чистую победу, вся родня и близкие вскочили с диванов и кресел и принялись хлопать в ладоши, кричать и танцевать лезгинку, а брат, перезарядив сайгу, выбежал во двор и начал на радостях стрелять в воздух. За Тагира олимпийского! Это его огромный труд. Это огромный труд, и в этом труде и талант, и все. Там очень... Почти самый мелкий он, мне кажется, там был по росту. А остальные высокие, я думаю, он заслуживает этого. Я рад за него. Народ во дворе вошел в такой азарт, что танцевать даже пришлось бабушке Тагира, правда, в коляске и с помощью многочисленных внуков. Такой хороший барбабина. Радовался. Заснул меня, хорошо меня. Очень хороший был. Гордитесь внуком? О, да. К этой победе Тагир упорно шел 4 последних года. Мы были уверены, говорят близкие, что золотая медаль достанется ему по праву. Это было как-то и радость, и слезы, и радости, конечно, были. Сегодня целый день я себя чувствовала, как будто что-то у меня вот здесь внутри в душе болит. Вот болело что-то в душе, но сейчас уже все отпустило. Сегодня многочисленная родня и друзья Тагира с нетерпением ждут его возвращения в Дагестан. Кто-то в этой комнате уже спорит, что лучше подарить чемпиону. Дядя Сайпула первым выкрикнул, что зарежет в честь племянника барана и собственноручно приготовит ему шашлык. Но молодежь этот порыв решила опротестовать и собирается, если уж резать, так быка, чтобы угощений хватило на весь Хасавюрт. Северина Шамхалова, Салих Салихов, Время новостей.